В Нижнекамске насмерть сбили пешехода. ДТП произошло 30 октября около 18 часов вечера на первом километре автодороги Быстрее-Котловка. Водитель за рулем Toyota Corolla сбил мужчину, который в темное время суток двигался по правой стороне проезжей части при наличии обочины, не имея на одежде предметы со светоотражающими элементами. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Внимание, мошенники! Неизвестный мужчина обманным путем попытался похитить с банковской карты нижнекамца 5000 рублей. Развод проходил по следующей схеме. Потенциальная жертва через сайт объявлений Авито пыталась продать товар. Злоумышленник по телефону попросил продиктовать данные банковской карты, поясняя это тем, что на нее будут перечислены деньги за покупку. Нужно только сообщить код подтверждения. Продавец не стал сообщать код, а обратился в банк. Очередная проверка надзорных органов в сфере защиты прав потребителей выявила нарушение в сроках хранения товаров в одной из торговых сетей города. С прилавков изъяли просрочку рыбы, курицы, а также были выявлены нарушения правил хранения полуфабрикатов, в данном случае пиццы. С руководством магазина были проведены разъяснительные работы. Полицейские республики задержали мужчину, который занимался поставками контрафактной алкогольной продукции в Татарстан. При обыске у него обнаружили более 2 тонн спиртосодержащей жидкости. Как выяснили оперативники, алкоголь продавался в магазинах и барах на всей территории республики. Вся изъятая продукция отправлена на утилизацию. За прошедшую неделю бригадами станции скорой медицинской помощи выполнено по Нижнекамску и Нижнекамскому району более 1400 вызовов. Из них 42 связаны с алкогольным опьянением. Также зарегистрировано 49 пищевых отравлений.